Привет всем, с вами DS4Rick, и сегодня у нас новая серия Ванапа, и мы поехали. Итак, быстро-быстро открываем пак, и у нас в паке выпадает ясно говно. Итак, я нашел соперника, я не играл дней 6, блин, опять форма ЦСКА, ну короче, в чем смысл, ребята? Так, сначала соперника, Дефо, ясно, АПЛ-ка. Блин, я не играл столько дней в FIFA, и сейчас играть, блин, ой, будет что-то мощное, мне кажется. Итак, Джерард бежит, но это великий и ужасный Джерард. Пипец, он так... Не надо забросов, пожалуйста. Опа! И вот мы заброс делаем, а здесь заброс на Кержа проходит. Мы хопа, отворачиваемся от них жопой, чтобы они поняли, как мы о них думаем. Но у нас ничего не получается. Ну это что за лаги? Ну, блин, как это объяснить, а? И Тео Волк... Не, надо, брат! Ну это... И сразу же лаги пропали! И лаги сразу же пропали! Серьезно? Чё за фигня-то, блин? И спорт, блин, поганые! Да-да-да, давай танцуй, пока молодой. Итак, первый тайм заканчивается. Я боюсь то, что я назову эту серию «Нет моментов, нет пати». Если я ее так назову, это будет очень плохо. На ни одного удара! Ребров! Молодец! Че, нет офсайда? Побежал! Дядя! Дю-дю-дю-дю-нушочек ты наш! Че, ну давай! Есть, бати! Это Кержаков, это Саня! Мне пофиг, да, головой, но мне нужно забивать. Я знаю то, что когда буду играть с золотым составом, там уже будет играть жопа как. Так что давайте сейчас тащить по-царски. 1-1, Керж тащит, да, головой, но мне без разницы. Офигенный фильм, да, Тео Уолкота. И! Это Кержаков, блин! 57-я минута, что он творит? Офигенный чувак! Блин, я так давно не играл, потому что у меня эмоции прям, не знаю, прет из жопы радуга прям. Давай, финги. Дядю на стрёме. Охо-хо-хо-хо, Суарес! Ну да. Красиво, ничего не скажу. Ой, ребровище. Ну да, ребровище, так-то логически. Ну блин, ну фига себе. Это прям удар-ударище. Ребровище. Так, у нас еще все впереди. Так. Дядюн, остановка. Чем помощи? И вот это шансище. Что я сделал? Ладно. Мы не сразу же забьем. Мы сначала в пас поиграем, отберем мячик, например. Пойдем. И лупанем. Давай, Кержаков! Я сказал, что я забью. Это Кержаков, ребята. Это Саня Кержаков. Извиняемся. Ты, чувак, не хотел проигрывать таким составом-то, но здесь Кержаков, сила Кержакова, тут ничего не скажешь. Свести! Пожалуйста! Да! Все! Это камбэк, не камбэк, я там первый забил или второй. Ну, короче, это великолепная победа. Это Кержаковская сила, короче. 9-4. Это царь, это лучший просто игрок. Хэт-трик Кержакова, и я пошел менять игроков. Один из тех, кого я поменяю, это будет Шатов. Шатова я меняю на Бельдинова. Так, потом я меняю Игнатьева на Секу Алиса. И выпускаю Ахмедова вместо Цауни. И вот снова я нашел второго соперника. Ну давай, молодец. Нет, сегодня ЦСКА, я помню, Зини. А, нет, слушай, давай меняться тогда. Вот, все, молодцы. Итак, Эспаджне, Челси. Да, гибриди. Испания, типа с чехом. Типа рассчитывает то, что вратарь затащит. Ну давай посмотрим. Ой, слушай, Кержакова завалил. Там Кержаков бы с этого положения бы вообще ударил бы, сетка бы порвалась. Ой. Цветет калина в поле удочки. Ну вы поняли. Это Керж. А там был Керж. Вот если ты подождешь, дядюн, я дашь великолепную передачу.
Что ты делаешь? Акерш! Акерш не... Да что ты творишь? Здесь все спокойно, провожаем мячики, давайте уйдем на второй тайм. Я помню, какой у нас там был первый тайм, какой сейчас. Все, давайте ждать второй тайм. Первый раз у него прошел навес. Я уж думал, жопа. Ну нет, ну слушайте, ну это не что, блин, дело просто корпусом просто. Итак, ну сейчас есть шанс. Есть шанс! Здесь Рябко, ну ладно, ладно, Рябко, даже если будет. Технично, технично, Рябко забивает гол. Да, не Киржаков, но, блин, хотя бы не поражение, согласитесь. Пропустив атаку, я пошел в атаку, надо рэпчик пить. Итак, второй матч закончился со счетом 1-1. Я забил гол игроком с фамилией Рябко. Ну ладно, ничья — это тоже хорошо. Это не поражение, по крайней мере, со огромным счетом, примерно счетом 6-1. Киржаков, смотрите, сколько нанес ударов. Где удары? 4 удара из 3, 3 удара из 4 створ. Ну, что сказать, на этом моя серия заканчивается. Извините за долгую паузу, которая была. Сейчас вроде чуть-чуть все нормализовалось. Ждите новых серий. Все. Всем спасибо. Пока.